К охранникам, которые работают в местах массового скопления людей, предъявят новые требования. Росгвардия предлагает на законодательном уровне усилить контроль за подготовкой сотрудников частных охранных предприятий, увеличить количество проверок и часов тренировок, пишет «Российская газета». Задумались о профессионализме чоповцев после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В работе частной охранной компании, которая обеспечивала безопасность торгового центра, нашли множество серьезных нарушений. В Росгвардии напомнили, что под определение места массового скопления людей попадает любое место, где регулярно собираются 50 и более человек. И степень безопасности таких мест должна соответствовать параметрам антитеррористической защищенности. Кроме всего прочего, охранники должны быть вооружены огнестрельным оружием, как минимум травматическим, то есть иметь 6-й разряд для частных охранников. Это работа со спецсредствами, гражданским оружием, самообороной и служебным оружием. Этот разряд включает 266 часов обучения.